Карла, что могу сказать по данному отелю? Но такие спорные отзывы все время о нем. Даже не знаю, как комментировать, потому что каждый раз, когда я сюда приезжаю, я здесь кушаю невкусно. Выбор я вижу большой. Мне нравится территория. Здесь красивые кораллы. Понятно, есть бухты, как Шерсбей, где они намного ярче. Но здесь, правда, есть что посмотреть. Отель, кстати, на данный момент загружен на 75%. А это значит, что он стал более популярен, более загружаемый, потому что в прошлом году, в сентябре, то есть буквально там раньше на пару недель, я его смотрела, была загрузка 45%. Постоянно у них проходит какая-то реконструкция. Сейчас идет реновация номеров, которые в части Royal. Хорошая информация для тех, кто приезжает сюда второй раз. У вас в любом случае будет раннее поселение, поздний выезд, сразу апгрейд на свет на море и бесплатный Wi-Fi. Для первого раза он всегда будет за дополнительную плату. Вот такие привилегии стараются давать отели для репитеров. По поводу минусов, которые я бы хотела все-таки отметить, которые я нашла, это очень потертые матрасы и шезлонги.